Здравствуйте, друзья! Мы попросим Светлану зачитать вопрос. Я архитектор, живущий, работающий в Киеве, профессиональный пользователь программ AutoCAD, Revit, ArchiCAD+, плюс хорошее знание английского. Так. Мой вопрос, может, немного не по вашей тематике, ну почему же? Так. Но все же вы человек с очень богатым опытом работы в Америке. Каким образом мне лучше искать работу архитектора в США? Шансы, конечно, малы, но кто не рискует? Мне 47 лет, наполовину украинка, наполовину ассирийка, коренная киевлянка. Вот такой у нас вопрос. Да, друзья, да. Значит, да. Я скажу, почему... то, что не по нашей части, потому что мы не по архитекторам в этом смысле. То есть мы как бы такие больше... У нас большая практика. Мы больше айтишники. Да. Да. Ну, у меня большая практика работы с архитекторами, поэтому я могу... Да ты что? Да. То есть ты знаешь, как они работу ищут? Я хочу сказать, что тут первый вопрос. Дело в том, что... Да, что говори. Да? Дело в том, что для того, чтобы работать архитектором в Америке, во-первых, нужно разрешение на работу. Это независимо от того, по какой профессии. И в этом письме ничего про это не говорится. Говорится, искать работу. Эта женщина, очевидно, вы первые вопросы заботьтесь тем, каким образом вы получите право на работу в США вообще. Это первый вопрос. Давай, может быть, так, Свет. Вопрос о том, чтобы получить разрешение на работу в США, в 1000 раз более сложный и важный, чем, например, вопрос о работе архитектором. Да. Но поскольку про это ничего сказано не было, то мы тогда и не будем вообще об этом говорить, кроме того, что, может быть, она преждевременно волнуется, но давай поговорим об архитекторах вообще, как они. Значит, с архитекторами история такая, чтобы работать архитектором, нужно иметь лицензию. Вас не возьмут работать с архитектором в компанию, если у вас нет архитекторской специальной лицензии. В лучшем случае вас возьмут работать, у нас называется драфтер, это просто чертежник, то есть вам будут давать чертежи, которые вы должны нарисовать в том же самом туле, в AutoCAD или где-то еще. Значит, платят за эту работу немного. Платят за эту работу долларов 17 в час. А не 30? Не-а. 30 это если сверхурочное, если горит проект, и вас просят выйти в выходной день, вот тогда идет как бы дабл платеж за выходной день или сверхурочный, там идет 25%, если после работы задержаться. А платят за эту работу очень мало. Значит, архитекторы лучше всего устраиваются те, кто получил лицензию архитектора, и кто имеет свой собственный бизнес. И это очень легкий путь, чтобы пробиться, потому что вам прежде всего нужно иметь клиентов. Но если это свой бизнес, то главное это не то, какой ты архитектор, а главное это то, чтобы ты мог брать контракты. Архитектора ты можешь и в наем взять, если уж на то пошло. Да, поэтому вот. Это вопрос такой, вот уже не важно знание и умение пользоваться AutoCAD и другими тулами, а важно другое совершенно умение, откуда возьмутся клиенты. Значит, у нас есть здесь как бы две категории людей, которые занимаются проектированием домов. Для того, чтобы разрабатывать частный дом для отдельного человека, не нужно иметь лицензию архитектора. В принципе, считается, что разработать свой собственный дом может быть даже владелец этого собственного дома. Ему не нужна никакая лицензия для этого. Но критерием здесь являются чертежи и их утверждение в городских инстанциях. Да. Поэтому в каждом городе нужно знать свои требования, каким образом эти чертежи должны быть начерчены, какие есть требования. Здесь очень много стандартов, очень много ГОСТов, которые безумно отличаются от того, чем вы владеете в Киеве. Поэтому считайте, что это абсолютно новая для вас область на английском языке, которая лицензируется, которую нужно знать, да. Все это хорошо выучить и знать нюансы, потому что иначе вы эти чертежи не пройдете, вам их не подтвердят, и вся ваша работа будет на смарку, будете ходить, пока вам... А вот эти, которые не архитекторы, а вот дизайнеры. Вот, да? Вот я хотела сказать, да. Да. Значит, поскольку право на то, чтобы утвердить эти чертежи, имеет даже владелец дома, не обладающий никакой квалификацией, да, то здесь входят, вот у нас на сцену выходят так называемые дизайнеры. А эти люди не имеют права себя называть архитекторами. Архитектором имеет право себя называть человек, который имеет лицензию архитектора. А эти дизайнеры, они люди с прошлым каким-то бэкграундом, наверное, может быть, в архитектуре. Да. Может быть, в архитектуре, может быть, интерьер-дизайн, неважно. Во всяком случае, люди, которые понимают, что такое скат крыши, как его сделать, как его начертить, куда уйдет вода, и которые понимают многие архитектурные вещи. И, конечно, которые умеют их начертить на бумаге, особенности в соответствии с теми стандартами, которые предъявляются каждым городом в отдельности. Ключевой момент – знание стандартов города, да. Иначе ваша работа никому не нужна. Если, да. Если вы не можете утвердить проект, владелец, заказчик не может утвердить проект, зачем тогда все это? Значит, как люди здесь раскручиваются? Раскручиваются потихоньку, потихоньку. И мы уже об этом говорили неоднократно у нас на канале, что все начинается с того, что приходит человек и говорит: я готов, ну, за какие-то смешные вообще деньги сделать и утвердить проект. И, наверное, даже хозяину дома вначале это будет очень сильная головная боль, но, может быть, он пойдет на это все, потому что, допустим, потому что это будет стоить очень дешево, да. Значит, в чем проблема головной боли? Вот именно в том, что вы не знаете требований, и для того, чтобы эти требования освоить, вас не один раз будут отправлять обратно, и вы будете делать исправления, и вы будете вникать, и язык не родной, и все это не так просто. Но это опыт. В следующий раз будете лучше делать, больше денег брать. Если вы одному человеку сделали, прошли все это в одном городе, совершенно не значит, что вы стали специалистом, потому что у нас никакой расстояния от одного города до другого нету, городишки такие небольшие, и может оказаться, что в другом городе требования отличаются. Ну, не сильно. Они отличаются, да, и может быть вам повезет, и вы сумеете с предыдущими знаниями туда получить эти пермиты все, а если нет, значит, нужно будет еще чего-то подучиться. Но правильно я понимаю, что все-таки правила опубликованы? Вот не то, чтобы человек имеет дело с абсолютно чем-то неизвестным и неизучаемым. Дело в том, что они опубликованы, но они опубликованы в таких нечитаемых государственных документах, которые очень сложно освоить, не говоря уже о том, что там изопов язык специально так делается, чтобы понять было что-то трудно. И многие люди просто вообще этого не знают, даже контракторы, то есть это уже выясняется, я уже делала ресерч на интернете и какие-то вещи, нюансы сама находила для них. Но хочу сказать такую вещь, что, опять, это путь не быстрый отнюдь. Не года, не два, а это хороших 5-7 лет, пока вы выйдете на такую мощность, что у вас будут клиенты, и вы будете спокойно ходить в любой город, да, раскрутиться. Но путь один, начинать буквально с ничтожных платежей. Для этого у вас должны быть какие-то деньги на старт, чтобы вы могли жить на эти деньги, да, потому что заработка вначале не предвидится. Ну и опять же, можно пойти в контору драфтером, но тогда это совсем какие-то мизерные деньги. Нет, ну можно пойти драфтером, ну подожди, а параллельно брать где-то проектики или что-то, надо с чего-то жить. Ну, драфтером тут история тоже такая, вас никто не возьмет из России вот так вот просто драфтером, и тоже сложно устроиться, этих работ не очень много. По-английски надо говорить, конечно. Надо говорить по-английски, конечно, нужно знать все вот эти инструменты, но проблема еще вот в чем, что когда экономика бумирует и когда идет большое строительство, сейчас много всего строится, мы видим, строятся многоэтажные здания, и госпитали, и так далее. Это то, где обычно участвуют фирмы, в которых работает много наемных сотрудников, не один архитектор, а вот как раз вот именно туда, куда можно попасть этим самым драфтером. Так вот, когда экономика хорошая, бывает, что можно туда каким-то образом втиснуться. Но как только, да, драфтером. Но когда экономика падает, то, естественно, количество заказов уменьшается, и всех этих драфтеров сокращают нещадно. С другой стороны, что они найти другую работу уже не могут. С другой стороны, попав в такую компанию, есть возможность там внутри как-то продвинуться или набраться опыта хорошего. Нет, наберешься опытом как драфтер. Перескочить в компании с уровня драфтера на уровень архитектора можно только путем получения лицензии. Да, конечно. Без лицензии это тупиковая совершенно позиция. 17 можно сказать, что все, кто хотел получить лицензию, все в итоге получили. Это, может быть, не сразу произошло. Ты знаешь, что нет, вот как раз я так не скажу. Получают лицензию единицы, чтобы получить лицензию сложные экзамены, получают единицы, а многие просто говорят: а нахрен это мне надо. В принципе, да, конечно, работа дизайнера, она оплачивается не так хорошо, как работа уже архитектора. С другой стороны, если я как владелец дома, мне говорят, например, архитектор с лицензией, он говорит, например, что проект дома будет стоить, например, 25 тысяч, да? И этот же проект дома, который мне сделал дизайнер, про которого я знаю, что он уже умеет утверждать все эти планы в сети, и он мне говорит, что это будет стоить 8 тысяч, да? То я естественным образом не пойду к такому супер-дупер архитектору, потому что мне это нафиг не надо. Цены отличаются катастрофически. Поэтому очень многие, очень-очень многие люди, которые в прошлом имели опыт именно в архитектуре, они не утруждают себя сдачей вот таких экзаменов, а они, наоборот, сосредотачиваются на том, чтобы научиться проходить вот эти вот приемку вот этих вот документов, которые нужны абсолютно любому владельцу дома, который хочет что-то себе перестроить. То, что женщина родилась в Киеве, как-то скажется вот на ее карьере? Я не думаю. Киев, Москва, Астрахань. Вот ну вот нам все-таки говорят, я родилась в Киеве, я наполовину украинка, а наполовину ассирийка. Это может ей помочь только, может быть, в получении каких-то документов и видов на жительство, я думаю, так. То есть она может, например, будучи ассирийкой, сказать, что я вот страдала за то, что похожа на еврейку. Ну вот это уже другая совершенно история. Да, ну просто я думаю, к чему бы нам это сказали? Вот потому что я думаю, что у человека в голове не все понятно. Он думает, что где-то что-то это ему поможет. Но на самом деле два... В эмиграции поможет, совершенно два разных вопроса. Первый вопрос – это вопрос эмиграции, получения права на работу. Да. А второй вопрос – это связанный с трудоустройством непосредственно в профессии. А можно также пойти по пути, например, интерьер-дизайнера. Да? Да. Это дизайн интерьеров. Здесь у нас вообще не требуется никакой лицензии. И можно себя рекламировать. Например, вот если вы кому-то строите дом, то вы можете сказать: окей, допустим, я сейчас еще не знаю, как делать документы, да, я не умею делать, то есть должен быть такой дизайнер, который умеет проходить эти пермиты, но зато я умею красиво подбирать цвета, красиво расставлять мебель, подобрать все кухонные кабинеты, все, чтобы было по размерам, все это поставить, вот, используя вот эти вот технические тулы, там AutoCAD, есть специальные инструменты, все это расставить красиво, если вы еще клиенту покажете, покажете в трехмерном измерении, так, чтобы хозяину дома, который, например, плохо себе это представляет, что он хочет увидеть, показать и согласовать с ним, вот эта работа может быть нормальная, да? Так что, Свет, я думаю, что мы так, в принципе, ответили. Да. А вот то, что женщина написала, что ей 47 лет, вот эту цифру мы как-то отработаем, вот. Что мы скажем? Вот если бы ей было 27 или 47, вот как бы это сказалось? Ну, я бы сказала так, что в 27 люди лучше учатся, чем в 47. Так. И если у нее еще есть жизнь, силы все это освоить в 47, если считаете, что сейчас права на работу у вас нету, а займет сколько-то лет, пока вы приедете сюда, будет 50 с плюсом, ну, это уже тяжеловато, скажем так. Да, много всего, очень много нюансов. Нет, ну подожди, допустим, она приехала и по своей сирийскости получила политическое убежище. Я, кстати, вспоминаю, что в Москве в советское время айсоры, их, вот не говорили ассирийцы, говорили айсоры, они как-то так держали вот эти ларечки, где обувь чистили. Там все было на кеш, там без квитанции и так далее. Вот такой был бизнес интересный, вот такой характерно айсорский, но не суть. Так вот, я к чему говорю, что она может по какой-то линии, не знаю, может быть, еще по какой-то, она получила политическое убежище, но через полгода у нее уже есть разрешение на работу, и, в принципе, она могла бы уже где-то как-то... Там... Теоретически, да, но практически вы представьте себе, что здесь нету метрической системы измерений. Здесь все в дюймах, в инчах, в футах. И займет время, пока вы, наконец, научитесь это все пересчитывать и чувствовать себя свободно. То есть вы сегодня, вот, допустим, как вы в таком состоянии переехали сюда, вы даже себе пространство комнаты не представляете, что такое, например, 200 квадратных футов. Да? И займет время, пока у вас вот эти пространственные все ориентиры в голове сместятся, и вы будете понимать, что это около 20 квадратных метров. Ну, там поменьше, да. Ну, Свет... Люди привыкают, тем более, если люди профессиональные, то, может быть, они привыкли там переключаться. Ты спросил разницу между 47 годами и 27. Вот разница состоит в том, что скорость привыкания немножко... Я, Света, по-другому скажу. Вот я не женщина. Нет, это вы все. Вот. Да. И ты, и вот автор вопроса. А я скажу так. Если в 27 девушке надо думать о том, чтобы выйти замуж, чтобы деток завести там, и так далее, то есть как бы это надо. Ну, в основном надо. Некоторые скажут, мне не надо, но, в общем-то, надо. То в 47 вы имеете возможность, но не имеете необходимости. Вот, то есть... Откуда ты знаешь, наоборот? Чего? Почему? Чем в 47 тоже нужны какие-то отношения. Не то, что детей растить, там, знаешь. Дети, а найти человека и там... Так я и говорю, так это же лучше. Ты свободный человек, понимаешь, ты можешь заводить какие-то отношения романтические там и так далее. Тут в Америке мужики... долго могут как-то сохранять форму, они такие активные. И вот женщина в 47 лет, это, можно сказать, самый сок. Вот, то есть, помимо архитектуры... Там, надо устроиться на работу, потому что никому не нужен человек. Ну, это правда. Человек, который не зарабатывает ничего, он, конечно, на женщину, которая ничего не зарабатывает, реагирует совсем другой мужчина, нежели на ту, которая самодостаточная, профессиональная там и так далее. Так, ну что, мы идем на паркинг. Мы, друзья, пойдем в магазин. Вон там, видишь? Да, вон там магазин. Это в Сан-Франциско есть такая плаза. Она как даже называется. Стоунстаун. Будете в Сан-Франциско, обязательно заходите на эту плазу, друзья. Она милая. Тут какой-то человек идет. Прошу. Вот он так. Ага, видите, как вам на видео помахал. Вот. Я сказал ему нахал, он вам весело помахал. Но он не махал никак. Да я шучу, я так, шучу. Он туда совершенно очаровательный мужик. Да, это просто стишок такой есть. Значит, так что приходите на эту плазу, тут очень мило. Так, ну что же, а нам надо запарковаться. И на этом месте мы с вами прощаемся. Света, мы прощаемся? Ну да. Ну вот ты скажи что-то, что ж я один прощаюсь. Бай-бай. Да, до скорых встреч. Да.